Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такие бантики. Впереди 1 сентября, и эти бантики очень кстати. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать белую атласную ленту шириной 5 сантиметров. И мне понадобятся отрезочки из нее 5 на 10. Мне также понадобится серединочка для цветочка. И я уже подготовила резиночку на фетровой основе. Фетровые основы я вырезаю вот по такой вот линеечке. Кто занимается квиллингом, узнает эту линейку. Здесь написаны размеры, и очень легко и быстро, как бы не надо подбирать ничего, приложил, обвел, вырезал. И нам надо будет сделать 20 вот таких лепесточков. На моем канале уже есть видео с такими лепесточками, только они были сделаны из репсовой ленты, и ширина ленты немного другая. И одна из подписчиц спросила, можно ли такие бантики сделать из атласной ленты. Да, можно, и сегодня в конце видео вы увидите готовый результат. Ну что ж, приступим. Отрезочки ленты, напоминаю, 5 на 10. Перегибаем пополам. Отмечаем серединочку. Опускаем край ленты по серединке. Подворачиваем уголок к серединочке и еще раз подворачиваем. Здесь советую закрепить, особенно если вы новичок. Ленты всегда убегают. И со второй стороны делаем то же самое. Подгибаем. Подводим уголок к серединочке и еще раз подгибаем. Теперь соединяем уголок верхний с низом. Перехватываю пинцетом. И нужно хорошенечко все это дело запаять. Я воспользуюсь горячим ножом. Такие лепесточки получаются. Повторим еще раз. Загибаем ленту, отмечаем серединочку, опускаем край ленты под углом, уголок заводим к серединочке и еще раз подворачиваем. Закрепляем. Напоминаю, таких лепесточков нам надо сделать 20 штучек. На первый ряд у нас уйдет 8 лепестков, на второй 7 и на пятый 3. На третий ряд 5 лепестков, извините. Я уже подклеила 7 лепестков. И сейчас мы с вами сделаем первый и третий ряд. Диаметр фетра, я забыла сказать, 4 сантиметра.
Теперь, когда все детали готовы, можно собирать цветок. Между слоями, чтобы украсить бантик, я решила добавить бусины на леске. И в некоторых местах приклею их между. Для начала приклею между собой два кончика. И вот так, чтобы они немного выглядывали, можно приклеивать. Бантик будет наряднее. Теперь можно приклеить второй слой. Наносим клей по кругу. Приклеиваем третий ряд. Чтобы не образовалась пустоты, я заполняю ватными дисками. Можно приклеивать резиночку. И нам осталось приклеить серединочку. Я подклеила серединочки, и мои бантики готовы. Надеюсь, вам мое видео понравилось и было полезно. Вы узнали что-то новое. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Обещаю вам много-много интересных идей. До новых встреч. Пока-пока.